В Екатеринбурге в 6 часу вечера, то есть еще засветло, на 15-м километре Сибирского тракта равнехонько под мостом, нет-нет, не поймали Гитлера с хвостом, а 12-летний школьник с рюкзачком забежал под машину и, о нет-нет, по счастью для его родителей не погиб, но в неравном бою, конечно, покалечился. Декорация такая. По Сибирскому тракту со стороны птицефабрики в направлении Новомосковского тракта катился серый японский подорожник Датсун в комплектации Ондо. Согласитесь, Ондо звучит так, будто бы из этого слова убрали первую и последнюю буквы. Гусары молчать. Имелась в виду фамилия известного писателя по имени Джек. Впрочем, долой ребусы. За рулем Ондо сидел 34-летний пилот с максимальным для его возраста стажем вождения – 16 лет. С нулем в графе НПДД и, что важно, трезвый. Когда он подъехал к мосту, хотя точнее к путепроводу на 15-м километре тракта, из-за вставших болидов прямо под Датсун и видеозапись выбежал 12-летний пацан. Он возвращался из школы домой. Вот интересно, в какую это он смену учится, что в 5-15 вечера возвращался из школы? Первая смена обычно до часу дня плюс-минус, вторая – и это боль. Вот наши 12-летние в начале этого учебного года фигачат каждый день по 7 уроков и учатся до полвосьмого вечера. Хорошо, хоть сегодня 4 урока, но это из наболевшего отцовского, впрочем, долой личное. Может, у пацана после школы была еще какая-то секция, но это не принципиально для зрительской аудитории. Важно, что в 5-15 вечера он оказался под мостом на Сибирском тракте, дождался, пока по ближнему к нему ряду болиды встанут, и, не глядя по сторонам, ломанулся через дорогу в непроложенном месте. И это при том, что неподалеку находился пешеходный переход. Пилот Датсуна позже рассказал гаишникам, что ехал по тракту со скоростью 50 км в час, то есть черте города не нарушал. И вдруг неожиданно из-за стоящих на встречке машин ему под нос выбежал паренек. Надо отдать должное андоводу. Он и экстренно тормознул, и попытался увернуться в сторону, так что аж финишировал в березу. Но парнишка был слишком внезапен, и подкидывание его в воздух избежать не удалось. Ребенок, мальчик 12 лет, переходил проезжую часть в неустановленном месте вблизи пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и был доставлен в 9-ю городскую больницу. И вот кого в этой ситуации винить? Ребенка? А в 12 лет они сами себя уже считают взрослыми, умными. Или его родителей. Ну, все-таки в 12 лет это еще ребенок. И какой с него спрос? Да тут даже не нужно было сынульке-роднульке ежедневно вдалбливать в башню правила 2D. Под мостом должен был сработать инстинкт самосохранения. Прошел ряд стоячих машин, остановись. Посмотри направо, убедись, что там никого нет. Но не беги сразу. Посмотри еще и налево, может там какой-то умник полетел на обгон пробки по встречке. Если машин нет, иди. А еще лучше не поленись, доберись до зебры и там с теми же мерами предосторожности переходи, не закладываясь на 100% безопасность зебры. У нее такой безопасности нет. По итогам этого травматичного замеса с шестиклассником, для которого только-только начавшийся учебный процесс тормознулся на неопределенное время, гаишники пообещали проинспектировать школу, в которой учится сбитый с ног и толку паренек, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, ну и еще отправить материалы ДТП в ПДН. Гаишники рекомендуют, а впрочем, долой отсебятину, у нас же есть резюмирующее интервью. ГАИ города Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать о правилах безопасного поведения на дороге, объяснять опасности перехода в неустановленных местах, не запрещающие сигнал светофора,